Тетюшки. Привет. Ой, я так только с утра здороваюсь. Я знаю девочку, она так всегда здоровается. Привет. Так, типа, смотри, какой хороший. Неужели недостоин прогулки? Сейчас я встану, поем, и только потом пойду с ним гулять. А сегодня у меня будет тренировка. Тренировка плечев. Эта процедура знакома всем девочкам, когда вы идете, значит, с комнаты на кухню, проходите мимо зеркала с утра, вы, конечно же, останавливаетесь и оцениваете свои жиры. Поднимаете майку и смотрите. Я не исключение. Ну что, пошли завтракать? Пойдем завтракать. Руки, завтракать. Первым делом перед едой утром я выпиваю стакан воды. Просто стакан воды комнатной температуры. Это умывает мой организм изнутри. Слюбится, а вот на завтрак я ем в основном яйца, это совершенно точно, совершенно всегда. Я ем 3 яйца. Чуть-чуть макаю ватку в масло и смазываю сковородку, чуть-чуть очень тоненьким слоем. То есть масло, вот, его даже не видно, оно у меня не льется, никуда не растекается. Раз, два, три. А в это время по телевизору какая-то девушка рассказывает, как она худела. Я еще лучок добавлю в свой омлетик. Она рассказывает, что она брала початок кукурузы и целый день его ела по одному зернышку. Выковыривала и съедала. Молодец. Классная. Никогда так не делайте. Это я прямо так, не прибегая к лишним каким-то там досточкам, режу его вручную в сковородку. Типа, вот так, все, вот так, красиво, красиво, творчество, красота. Накрыли крышкой и просто ждем. Из углеводов я сегодня съем доктор Корнер, ла-ла-ла, целую пачку, да. Пока все готовится, я, конечно же, сделаю кофе. Вместо сахара, конечно, фит-парад. И немножко корицы, чуть-чуть. Неотъемлемая часть кофе, кипяток, наливаем. Блюда готовы. Блюдо номер раз. Это 3 яйца. И блюдо номер 2. Сложнейшее по приготовлению. Неужели он съедает всю пачку? Легко. Да, Бруки? В такой пачке 60 грамм углеводов. У меня же все подсчитано, все рассчитано и горюши. Поэтому я просила, чтобы он мне рассчитал именно вот так. Чтобы мне можно было съесть на завтрак целую пачку. Помню, раньше в глубокой молодости, когда был мороз такой жуткий, у нас в Сибири всегда было холодно, я одевалась безмозгло, но, как мне казалось, красиво. А сейчас, повзрослев, ощутив на себе реалии жизни, я одеваюсь в мороз просто, чтобы выжить. Ла-ла-ла, смотрите, сколько снега нападало. Офигеть, настоящая зима. Не все города поймут, но в Москве снег редкость. Тренер Любятенко готов идти на работу. Ну, я пошла, раз надо. На улице аккуратно идите, скользко, капец вообще, я чуть не навернулась. Зато сегодня брови у меня, конечно, аккуратненькие. Не то, что в прошлом блоге. Кто-то мне сказал, что по бровям можно судить об адекватности девушки. Разная, разная у меня адекватность. Девочки, которые сейчас будут тренировать день рождения, надо и шарик купить. Вот так. Я ж тренер. А человек в свой день рождения пришел на тренировку. Заслужил шарик. Дашечка, с днем рождения! Спасибочка! Да. Еще подарочек? Так, совсем маленький. Большой ребенок. Должен человек в день рождения, каждый человек должен быть шариком. Спасибо. Кстати, да, я всем дарю шарики, а мне никто не дарит шарик. Да? А я люблю. Ой, люблю. Конфетку бери, ладно, сегодня можно официально выбирать. Самую большую выбирай. Какая-то глаша. Колхозница глаша. Давай, сейчас будем качать ноги и есть конфеты, нормально. Короче, Игорь позавидовался, что если девочке подарил шарик, и тоже своей хочет шарик подарить. Красиво, Игорь. У меня не
не сегодня день рождения, но на всякий случай. 9, 10, 11, красота, 12, еще 13, днем рождения. 5, 6, 7, 8. Вот, девочки и мальчики, человек в свой день рождения не побоялся прийти не на какую-то просто тренировку, а на тренировку ног. Да. Посмотрите на него. Да, она сейчас лежит бездыханно, да, она не может говорить и шевелиться, но она пришла. Вообще крутая. Сейчас немножко танцы и потом следующее упражнение. Молодец. Танцы весь. Танцуй без меня. На-на-на-на-на. Целуй не меня. На-на-на-на-на. Танцуй без меня. На-на-на-на-на. Целуй. Если такие у тебя красивые длинные ноги. Я не могу в этом делать. Такие красивые стройные ноги, красивые. А что тебе не нравится? Это же Sailor Moon. Сила Луны. Лёв, давай. Что, готова? Угу. Что нас сегодня ждет? Какие сюрпризы приготовил мне? Дельты. Дельточки. Ой, я люблю дельты качать, вообще обожаю прям. Класс. Как здорово совпало. Да. Сейчас я быстро волосы уберу. Ничего не отвлекало. Крути хвосты своими, пойдем. Да. Все. Спортивные обуви всегда. Возьми. Если ты не спортивные обуви, нельзя. Нельзя? Проход воспрещен. Блин, я хотела в носках сегодня прийти. Или в сандалях. В сандалях, да. Так. Так, с чего начинаем? Начнем с жима штанги. Я беру? Да, иди бери снаряд. Снаряд. Георгий. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Качаться. Очень приятно, Игорь. Сколько раз делать? Ну, 15 повторений. Отлично, работаем, работаем. И, соответственно, движение. Если делать махи, бери сразу гантели. В дропсете их будем делать, Люб. Начинаем с семерок, семьерок, потом пятерки. И троечки. И троечки. А вот семьер лягушка. Сеньор лягушки, сеньор Фрокс. Drink teams. Че, поехали, махи. Поехали. Выше, выше локти. Выше, выше локти. Давай, 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 выше, 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 работай, работай, работай. Дожжение, давай, давай, сильнее, 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 махай, махай. Противное очень упражнение, но прикольное для бега, вообще офигенно, прям хорошее. Ну давай, жим гантели, сидя. Как ощущение? Прекрасно. Что ты болтаешь во время упражнения? Нельзя болтать. Молча делай. Кивай просто головой. Хорошо. Делаем, делаем махи перед собой. Руки выпрямлены махи, ровно. Махи, иди ты. Давай, поехали. Хорошо. Контроль вверх вниз. Махи, махи, у меня контроль вверх вниз. Теперь давай махи, махи в наклоне, давай на заднюю дельту. У нас ты в наклоне получается, Олежа? Не в наклоне, да. Ну да, но как бы упражнение подобное. Не нравится, Ёжик. Работай, работай, работай. Хорошо, работай. Задний, работай. Отключение задний. Ну ясно, работай.
Че, говоришь, я была молодец? Молодец, теперь иди на кардио. Я делаю успехи. Успехи видны, прогресс на лицо. И на бицуху еще прогресс. На кардио, вон там Олесь. Кардио уже один белый человек. Сейчас другой. Это с тобой заняли? Хорошо, это правда. Я на поле. Можно говорить. Ну все, тренер ушел, мне можно бежать. Но нельзя, просто я сейчас свою охраняю подопечную. Будет парная кардио. Пришла в магаз за креветками. Вот они. Ням-ням. Я перепробовала дофига всяких креветок. Мне нравится именно креветочный белок. Не могла себе, конечно, выбрать ничего попроще, именно креветочный. Вот, и я для себя, я много какие перепробовала, да, говорила, да, уже, ну хорошо, еще раз повторюсь. Я для себя открыла просто самые-самые офигенные, вот сейчас на фоне елки покажу вам. Очень вкусные, они сочные все, и, кстати, многие из них с икрой. Это вот такая вот коробка, где они продаются. Вот там у нас магазин, рядом с домом, вот там. Вот я своей подопечной креветки сейчас буду готовить на ее прием. Какой пищи. Такой подопечный? Любятинки. Вот парень с ними. Вот парень с ними, Черномор. Ладно, не буду вас тут это смущать. Забирай собак с собой. Вот как он это делает, этот ваш Бруклин, этот ваш Брукитуки, вот из этого, как он делает вот это? Можно узнать? Какая-то специальная методика? Сволочь, блин, тварь лохматая. Ты не подскажешь, что там произошло? Там в коридоре. Что там случилось, не знаешь, Бруки? Посмотри на меня. Кто это там сделал, не знаешь? Не знаю, может, там мимо проходил, видел, может, какие там, не знаю, звуки странные были. Думаешь, сейчас глаза закроют, типа его здесь нет. Да, Бруки? Ну, не знаешь, да, кто это сделал? Брук, кто там сделал это все? Знаешь? Просто скажи и все. Просто скажи, да, я знаю или нет, не знаю. У тебя что-то со зрением? Дай мне Иру. Подожди. Ира, познакомься с Бруклин. Не надо, не надо, говоришь. Мария, Бруклин защищается от Иры. Дай мне Иру. Это моя Ира. Говоришь, ну мне подарили. Игорь, подарили мне. Ай, ноги, дураки, блин, пошли вы в жопу. Козлы. Только можете маму обижать. Дай мне Иру. Ого, какая она ловкая. Надо же. Ого, и на шпагат может. И по обрыву не боится ходить. Ого. Осторожно, по елке-то куда прыгаешь? Ира, сумасшедшая, слезь. Так, ну-ка иди сюда. О, начинается. Ну все. Сейчас скок-поскок по всей квартире. Ой, сальто какие. Ой, не снялась. Отдай. Горош, отдай. Мне подарили. Мне? Моя. Может... Ага, вот она.